Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 проблемы в разъеме зарядки, к примеру, если ваш аппарат не заряжается, то в редких случаях выходит из строя сам разъем зарядки. Это может быть проблема либо в нижнем шлифе, в контроллере 3STAR, в аккумуляторе, в контроллере питания, либо его обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!